Начищенные берцы, шевроны и две косички. Для Виктории Елистратовой в этом году военная форма заменила гражданское платье. Она курсантка детского корпуса школы-интерната в Химках. Такой выбор сделала сама. Говорит, всегда мечтала стать следователем. Хочу в будущем работать по этой профессии следователем. Привлекает точно. Я хочу стать психологом, который будет расследовать преступления за счет психологии. Чтобы познакомиться с работой Следственного комитета поближе, она и поступила в школу-интернат. Здесь с 2009 года функционируют профильные классы СКА, а сегодня открыли первый в городском округе и второй в России класс криминалистики. До этого у нас проводились занятия по криминалистике на систематической основе, и мы решили сделать еще шаг повыше, шаг вперед и сделать специализированный кабинет. И это не просто кабинет. Здесь развернулась целая криминалистическая лаборатория. Порошок для снятия отпечатков пальцев, тепловизоры и металлоискатели. Всем этим курсантов будут учить пользоваться действующие сотрудники Следственного комитета. Используется для обнаружения скрытых устройств. Жучки какие-то, видео скрытые, знаете, системы наблюдения. То есть можно... Там в бетоне оно замуровано, там еще где-то спрятано. То есть можно этим прибором, соответственно, вот эти электронные устройства найти. Проводить занятия будут раз в две недели. Чаще не получается. Преподаватели должны успевать ловить преступников. Курсантам проведут короткую лекционную часть и очень много практических занятий, в рамках которых лучшим ученикам предстоит поработать на реальных местах преступлений. Такие занятия проводят в первую очередь для профориентации курсантов. Профподготовка сегодня очень важна, крайне важна. Быть может, кто-то из вас в последующем свяжет свою деятельность профессиональную с криминалистикой, станет следователем, криминалистом, экспертом, специалистом в какой-либо другой сфере. Поэтому все, что вам сейчас дается здесь на школьном уровне, пожалуйста, это все берите, впитывайте, и это, несомненно, не будет лишним в вашей жизни. Чтобы ребята впитывали знания, сотрудники Следственного комитета не только разработали особый учебный план, но и занялись предметным наполнением этого кабинета. Все вещдоки и улики на стендах в классе реальные. Преподаватели привезли их из фондов СК. Учителя уверены, достоверность этих учебных пособий обязательно пробудет интерес к криминалистике у кадетов. Сервер Бекмамбетов, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.